Добрый день. Вот если не сложно, да, то показывайте вот это видео тем, кто очень сильно рассказывает о том, что все нас хотят захватить, ну и, соответственно, топит за Путина. В результате это предлагается сплотиться, да. Вот видите на стене, это уличный громкоговоритель, он предназначен для передачи речевой информации и, соответственно, сигналов звуковых, да, там в виде чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и так далее, да. Так вот, спросите у этих запутинцев, а они знают, где у них, например, бомбоубежище, которому они, в принципе, должны были по версии прикреплены, или знают ли, где находится их противогаз, кто-нибудь с них вообще мерку снимал для того, чтобы в случае там тех, что нам рассказывают по телевизору, угроз там каких-то, призывался ли кто-нибудь у них, как вот в советское время, на сборы там, да, то есть, ну, я думаю, помните все, что до определенного возраста были сборы, и, соответственно, туда собирали, чтобы люди умели обращаться с оружием. Ну, среди прочего, поинтересуйтесь, умеют ли они обращаться с оружием. Когда у них последний раз курсы по гражданской обороне проходили, да, то есть где какая-нибудь маломальская гонка вооружения, или все-таки гонки вооружения можно отнести закупку автозаков, там, ну, принимаемые законы о том, что нельзя туда-сюда ходить. Кстати, вот в свете того, что произошло там на стадионе, где Путин там, его, по-моему, 80 тысяч народу Крымскую весну праздновали, поинтересуйтесь, а как вообще это соотносится с теми мероприятиями, что пикеты нам не согласовывают? Да, ну и, соответственно, как соотносится вот громкоговоритель вот этот непосредственно с теми надбавками, которые сейчас там для всяких Росгвардии, полиции делают, там законы принимают, да, то есть как вот это все соотносится с тем, что вокруг нас враги? Или, может быть, враги-то у нас не там? Ну, так что пишите, показывайте и задавайте вопросы. Пусть отвечают, интересно.